Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Homeless Dwarf, правильно называю? Надеюсь, правильно. Вот. Так, это у нас второе видео. Блин, вот эти вот засранцы мне немного хотя бы помогают. В отличие от прошлых. Повстанцы, какого черта вы здесь делаете? Мы мирные жители. Эй, у нас тут семьи. Нам неприятности что? Не нужны. Ну и валите нахрен. Мы дождемся остальных и сразу уйдем. Я уверен, что за нами нет хвоста. Мы уходим. Расходитесь по домам. Не будем привлекать. Вы там живете, мы тут живем. Черт, Коннор, я сказал, не лезьте сюда. Еще не хватало устроить бучу прямо в жилом квартале. Нам больше было некуда идти. Повсюду полно корейцев. Мы должны сражаться за этих людей, а не прятаться за их спинами. А кто прячется? А ну прекратите оба! Ну, ты пилот, верно? Верно. Я Бун Карлсон, командир ячейки. Американские войска собираются в Сан-Франциско. Им нужно топливо. И ты поможешь нам его достать. Ой-ой-ой. Сейчас же! Давай. Открывай избушку. Укройтесь в доме, укрылся. Мы на вашей стороне, мэм. Успокойтесь, мы защитим вас. Они вырываются. Защищайте фасад дома. Они заберут моего ребенка. Защищайте парадный вход. Все будет хорошо. Меняю рожок. Меняй. Что на рожок? Магазин. Молодец, парень. Рожок есть только мороженого. Кто еще? Давай. Не, они спешат. Это вы привели! Перезаряжаю! Прикройте меня! Да прикрывай! Кто-нибудь успокойте младенца! Да, кто там еще? Да, мою тоже. Даже не оружие. Все будет прекрасно. Что-то русское радио, что ли? Все будет хорошо. Что? Ой. Помоги! Перезаряжаю! Живее там! Так. Ну давай. Мы тут тоже должны бежать. Тут. Мы придем за вами, когда все закончится. Давай, куда? Иди. Бежим, бежим, бежим. Я самый последний бегу. Вот здорово. Пошли! Пошли! Встретимся с коптером. Давай, двиг. Ну, а ты пошла вон! Падлы, вы. Он ранен, я не знаю, что делать! Останови кровь! Вот так. Дострели его. Нам нужен Голиаф. Где он? Хоппер, где Голиаф? Давай. Он там. Голиаф там. А наводчик от него лежит у меня в рюкзаке. Где? Что, еще какие-нибудь газетки есть? Еще что-нибудь? Он там, на полу. Летаешь и стреляет сам. За ракет отвечаешь ты. Просто выбери цель и нажми. Понятно. Стреляй по машинам! Он умер. Идем. Да стой! Опер. Как я должен это сделать? Четыре! По мне стреляю! Я под обстрелом, нужна помощь! Идите за Голиафом! Так, спокойно, спокойно, спокойно! Я под огнем! Давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот так-то неплохая машинка. Давайте. Эта штука, вау, у нас защищает. Новый разок.
отступают. Конечно, я бы сам бы отступил бы перед такой машиной. Это же ни хрена себе. Ну. О, вот так вот уровни перекидываются. Вчера днем части КНА осуществили рейд на город Монтрос, штат Колорадо. Они заявили, что сделали это с целью нейтрализации гражданских целей большого значения. Однако действия американских партизанов не заслуживали такого ответа. Кровь невинных людей текла рекой по главной улице. Ваших родных и друзей стреляли, как зверей на охоте. Сообщают, что одной из ячеек сопротивления в Монтрозе после яростной перестрелки удалось уйти. Можем лишь надеяться, что эти патриоты добрались до одной из безопасных зон в заброшенных пригородах. И какой бы ни была их судьба, мы продолжим сражаться. Не верьте лжи, которые распространяют подконтрольные корейцам СМИ. Канал «Правда» — это мы. Мы — это голос свободы. Конечно. Доброе утро, Монтрос. Вы слушаете радио КНА 88.3 FM. Новость часа. 24 мирных жителя вчера погибли в ходе перестрелки, устроенной группой мятежников. В организации нападения подозревается Конор Морган. Он объявлен в розыск. Ах, чертова пропаганда. Она самая. Что? Рад, что ты в порядке. Тебе крепко досталось. Я думал, ты не выживешь. Как будешь готов, выходи. Я все тебе покажу. Все, я готов. Подожди, сейчас. Встану только. Меня так просто не сломить. Не сломить, не сломить. Что тут есть и как-нибудь. На канале Асмодей мы погубим всех людей. Самый злодейский наш канал. Пилот очнулся. Уходим в перерыв. Он порвет врагу анал. Ну давай. Открывай дверь. Пошли. Не пошли, а пойдемте, будьте любезны. Пошли. Двигай давай. Добро пожаловать в новый дом. Это наш уголок Америки. Так-то да, накрыто. Это наше общее дело. Здесь каждый на дерево. Чувствует, что он не один. Все прекрасно. Мы мечтали, но мы хоть свободны. Снаружи это обычный заброшенный район пригорода. Но внутри наше убежище. О чем мы так мечтали, но так и не смогли. Синема, синема, синема. Этот камуфляж скрывают нас от КНА. Давай. Привет. От тебя без зуба. Но мы все равно должны быть осторожны. Особенно теперь. Хорошо. Давай. Свяжись с Рианной, она сейчас на площадке. Синема, синема, синема. Узнай у Конора про патроны. Мы едим то, что сами выращиваем. Водосбор вот там. Электричество у нас от ветряков и солнечных батарей. Так, хорошо. Где? Понимаешь, что я не туда иду? Ну пойдем. Привет, Салли. О, привет. О, детишки. Привет. Банда. Спасибо вам за то, что вы для нас сделали. Газетка. Что, вернулся из мертвых? Жмите на паузу, читайте. Думайте сами, решайте сами. У нас все готово, да? Сточертело тут сидеть. Времени, чтобы раздобыть эти маячки, у нас всего ничего, так что прохлаждаться некогда. Командую. Вау. Я. Если все сделаем правильно, пойдем. Какая симпатяшка, азиаточка. Хоппер может выйти на связь любую минуту. Встречаемся у тоннеля. Ух ты, негритяночка. Я в малиннике. Что еще надо? Конор отличный боец. Я прекрасный боец. Встретимся на заднем дворе. Обязательно встретимся. Открывай. Не пристало мне двери открывать. Вот так вот. Thank you. Что у нас здесь? Это что? До следующего патруля, корейцы. Самогон варишь? Немного времени. Можешь пока что познакомиться с нашими. Встретимся на той стороне двора. Вот туда иди сразу, давай. И я туда пойду. Как я понимаю. Вау. Жратву готовят. Похвально, варенье катают. Замечательно. Пятачок. Этот пилот какой-то. Бун имеет на него виды в плане Сан-Франциско. Не нравится мне это. Перекачивает.
Ладно. Вот еще газетка. Давай. Читаем на паузе. Потому что. Мне ты находишь? Олежа. Так, а я сейчас взглянул здесь вот еще. Коза. Я уже в 4 года знал, что такое коза. Так. Открывай мне двери. Ясно. Мы выходим. Пошли, Джейкобс. Подожди, вооружиться надо. А не мое ли это? Мы потеряли много людей, и нам нужна твоя помощь. Это мне. Сегодня у нас важная миссия. Нам надо добыть снаряжение. Противник силен и хорошо вооружен. Так что бери оружие и как можно больше боеприпасов. Иди за мной. И как можно больше боеприпасов. Что, я тоже пошел, все? Ты так будешь держать? Я думал, ты свалишь, а потом я. И пистолет надо обменять побыстрее. С него толку мало. Что ты за... Господи. Вы что, думаете, что я не попаду ни в кого, что ли? Сопротивление прорыло эти тоннели еще в первые дни оккупации. Их протяженность под Монтрозом почти 3 мили. Мы прорыли их везде, кроме как под стеной, которую построили эти мерзавцы. Эта сволочь уходит слишком глубоко. Когда мы освободим страну, мы снесем эти стены. Ни хрена, я ее взорву, когда уйдем из города. Давай. Я тоже взорву этот город. Но сам очок передвигается сам. Стоит только Е нажать, и он сам двигается в нужном нам направлении. Давайте. Слышь, Джейкобс, отличная работа. Спасибо, что помог с Голиафом. И береги наводчик. Вы с ним здорово сработались. Рена подтвердила, что ячейка Ганнисона доставила фургон и миномет, но тут дозорная вышка. А почему мы с ней еще не разобрались? В прошлый раз ее тут не было. Надо найти обход. Нет, мы не можем их оставлять. Так. А чем-то крупным надо, да, загасить эту вышку? Валите этот шкаф нахрен, чё вы тормозы-то такие? И не греми. Они оснащены радаром и автоматическими пушками. Копер, заткнись. Джейкоб, сбрось-ка под зад этой хрени гранату. Нужно выходить на улицу. Дождемся, пока прожектор отвернется, и побежим. Если попадешь в луч, прячься и жди. Эти хреновины умные, но не настолько. Я первый. Спокойно. Я бегу. По команде. Конечно, по ней самой. Это тебе придется взять на себя. Я уже слишком стар. Уничтожить. А как я должен уничтожить? Давай, давай, я тебя прикрою. Еще бы ты меня не прикрыл. Джейкобс, уничтожь ее и поживее! Ну, спокойнее. Побежали! Хватит! Закрой за нее гранату! Вот так, гранаты хватило. Отлично! Прекрасно! Рианна, мы только что уничтожили дозорную башню в Саяре. С нее вот ничего нельзя взять, да? Давайте на месте. Хорошо, увидимся. По идее, вот так вот, в таких вот закоулочках всякие фишки хранятся туда, куда никто не пойдет, потому что знаю, что тут ничего нету. Также тут лагают и баги находятся. Ты мне еще поучи. Поучи, мать вашу. Смотри-ка, ты же сказал, что патрули ушли. Так, они ушли. Следующий только через 6 часов. Кажется, они пришли раньше.
Если мы нападем на них, нужно действовать быстро. Внезапность наш козырь. Этот тип на крыше опаснее всех. Джейкобс, он твой. Снимешь его, и мы начинаем. Ага. Давай, сними его оттуда. Мы все ждем тебя. Стреляй. Прикройте меня! Получайте, ублюдки! Тихо, спокойно. Мою позицию обстреливаю! Спокойно. Получайте, ублюдки! Сейчас по мне стреляй! Сейчас, подождите, подождите. Перезаряжаю, прикройте меня пока. Ай-яй-яй. Патроны кончились, перезаряжаю. Нормально. Где ты? Я мозги вышиб уже давно, блин. Так, а я где-то тут же валил. Ой-ой-ой-ой. Готов, он мой. Перезаряжаю. Да тихо. Во дворе чисто, теперь в дом. Во дворе чисто, благодаря кому чисто-то? Чисто у вас тут. Нужно зачистить этот дом, я прикрою. Нужно. Все в дом. Ладно, нужно вам зачистить, значит, дом. Ну так-то до хрена, да, чего можно, смотрите, можно. Выбор-то большой. Это был последний. Очевидно, они сразу отправили патруль, как только башня перестала отвечать. Так-так-так-так. Раньше я сам патрулировал эти улицы. Че, мент бывший? Похвально. Сюда. Это и есть точка высадки? Место выбрал Ганнисон. У Брукса странное чувство юмора. Мы боялись, что КНА найдет это место. Смотрите. Да, но мы дадим им бой на... Читаем. На паузе. Их территории. Если сегодняшний рейд пройдет удачно, этим ублюдкам хлопот хватит надолго. И вы поймете историю, как я понимаю, во всей этой хрени. Хотя в самом начале видео вроде как краткое препровождение обосновывает. Давайте посмотрим, что здесь еще имеется. А имеется тут не имеется. Вон там, может быть, еще и есть. Но я туда не пойду. Я подошел, потому что тут поближе было. На этом и все. Я люблю такие бонусы собирать, которые... Это мы! Не понимаю. Бун, ты в порядке? Если бы за них что-то давали, я бы еще как-нибудь... Ходил бы, бродил бы. Ну что, машина есть? Отряд Ганнисона доставил минометные мины. Да, только они облажались. Принесли... Еще вот смотрим. Те снаряды. Нет, не облажались. Это белый фосфор. Я им немного доплатил. Что? Ты знал об этом? И хватит разводить сопли. Мы на войне. И на себе. Господи. Вот так вот. Часовой зацепил меня. Столько крови. Маячки. Надо... Так, спокойно. И вы все нам нужны живыми, ребята. Или кегли. Он прав. Давайте-ка сбережем силы до Сан-Франциско. Мины. Конор. Держи. Это мой значок. Покажи его Арни, тогда он тебе поможет. Я провожу Буна, потом встретимся у эстакады. И, ребят, хорошо. Осторожнее. Ну что ж. Смотри, не съедь с дороги. Пока они провожают Гуна, вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующей серии. Пока!